Ну что ж, давай. Можно, давай прорвемся здесь. У нас слева озеро, справа болото. И у нас есть маленькая узенькая полосочка вот суши, по которой чисто гипотетически мы можем проехать. Тут еще какая-то это, водичка. Чайки кыш, кыш. Опа, опа. Все, мы справились с задачей. Вот болото осталось справа. Озеро осталось слева. А мы промчали посередке. Мы молодец. В Киргизии не обязательно ездить по дорогам, можно ездить по направлениям. То есть, если ты немножко где-то заблудился, куда-то съехал, хотел что-то посмотреть, к озеру поближе подъехать, а дорога потом куда-то делась, ее можно все равно найти, примерно зная азимут, где эта дорога находится. Вот мы нашли. Вот, пожалуйста, мы нашли нормальную дорогу, не в поле. Ну, вернее, так-то она в поле. Технически. Ну, вы поняли, о чем я.